Приветствую вас на канале Лего Мастер. В эфире Константин. И сегодня мы посмотрим на наборчик от компании Mega Bloks с очередными зомби. Так называемые лунные зомби. Вот так выглядит коробочка. Если посмотреть сзади, традиционные сценки с участием зомби. Всего здесь 54 детали и 4 зомби. Сейчас я вскрою коробочку и посмотрим, что там у нас есть. Один зомби вот так вот упакован, специальное отделение для него, здесь он вытаскивается. Обычный производитель кладет в эту упаковочку какого-то особенного, самого эксклюзивного зомби из набора. Ну, сейчас я все соберу и посмотрим уже поближе на него. Так. Ну, инструкция как инструкция. По ней, собственно, и буду собирать. Далее. Пакетик с детальками. Еще 3 зомби. Все, теперь на сборку. Итак, в результате получилась вот такая небольшая сценка. Ну, предполагается, видимо, что это некая лунная поверхность, спутниковая тарелка для связи с Землей. Зомби у нас здесь двух видов. Это, видимо, два техника, которые обслуживают эту тарелку. И два космонавта. Ну, это понятно. Они в скафандрах. Один сверху парит, видимо, в невесомости. Второй бродит по поверхности. Что интересно, подобных костюмов, то есть скафандров, раньше не было. Ну, соответственно, тематика это затронута первый раз. У так называемых техников, ну, что из интересного. У одного это сквозная рана в теле. Такая уже была у одного зомби у нас в коллекции. Ну, вот еще один представитель. Качество, как всегда, на высоте фигурок. У космонавтов. У них шлемы разные. А вернее, скорее всего, не шлемы, а их стекла. Стекла, как вы видите, у них пробоины, разбитые. У одного с правой стороны, у другой с левой стороны. Зомби в наборчике уже были собраны, как и всегда, хотя в инструкции нарисовано, что их предполагается собирать самому. Стеклышко вот в шлем вставляется, но, повторюсь, у меня все собранные были. Традиционно Mega Bloks добавляет какие-то новые, не характерные для Лего детальки, собственные разработки. Ну, например, вот основа для спутниковой тарелки, интересные оси еще вот эта прозрачная. Ну, собственно, Mega Bloks всегда под свои нужды делал какие-то эксклюзивные детали. Они никогда это делать не стеснялись. Что по самим фигуркам еще хотелось бы сказать. Ноги у мини-фигурок не сгибаются в колени. То есть они вот только вот так вот могут. Больше никак. Тело немножко крутится. Руки вот так вот крутятся. В локтях не сгибается голова. Вот голова крутится во все стороны. Во всех наборах это, в принципе, все так и было. Здесь ничего нового нет. Ну, у этого зомби сквозное ранение, как я уже говорил. Страшно изогнутые, переломанные какие-то, видимо, руки. Сильно досталось персонажу. Космонавтик. Шлем, естественно, у них снимается. Там голова зомби. При желании, кстати, голову можно заменить на человеческую, нормальную. Ну, что-то у него, видимо, произошло. Пробили ему скафандр. Он умер и превратился в зомби. Ну, второй немножко отличается. Кстати, вот стоит на ногах, он плохо, если без пинов. На пине нормально. Шлем, естественно, можно его натянуть. Так вот, опс. Ой, не закрепляется на меня. Ахаха. Голову-то я ему оторвал. Что хотелось бы сказать в конце. Это последний набор из нашей коллекции. В общем-то, это все наборы зомби от Mega Bloks, которые выпущены на данный момент.
Они анонсировали не так давно еще один наборчик. Вот картинки вы видите на экране. Но, как я понимаю, до массового покупателя этот набор не дошел. По каким причинам неизвестно, но так в продаже его и нет до сих пор. Возможно, это связано с реорганизацией компании. Ее купили, теперь она по-другому называется. Возможно, что эти зомби были последние в истории компании Megablocks. Хочется верить, что, конечно, это не так, но факт остается фактом. В продаже никаких наборов новых нет на тему зомби. На этом я откланиваюсь. С вами был Константин. Спасибо, что вы с нами. Увидимся на канале. Пока!